6 числа мы были собрались с друзьями, с брата выезжать из Бучи. Мы выехали из дому, напротив нас остановилась БМП. И тут же я остановил автомобиль, соседи остановились, сразу начался обстрел. Дети и жена погибли сразу. Старшему 10, младшему 5. Загорелся автомобиль, я получил ранение, переполз с автомобиля на тротуар, тротуара на тропинку там на земле, спрятался за деревом. Два автомобиля военных между собой поравнялись, люди поговорили и разошлись, разъехались. Я на глазах убили семью. Сын младший, Клим Александрович. Чекмарев Клим Александрович, 5 лет будет. Старший сын Чекмарев Матвей Александрович, 10 лет будет. Жена Чекмарева Маргарита Олеговна. Этого объяснения нет, ну просто начался обстрел. В любом случае мы ехали, он не затонирован, все, зачем надо было стрелять вообще, априори, просто стрельба. Видели, что едет семья и маленькие дети, расстреляли детей же сразу.